Сотни комплектов одежды, обмундирования и лекарств доставлены мобилизованным от Карачаева-Черкесии, которые сейчас находятся в военной части в Северной Осетии. Все необходимое было отправлено по поручению главы нашей республики Рашида Тимрезова. Подробности у Артура Мхце. По поручению главы республики мы приехали сюда посмотреть, как наши самомобилизованные, как наши братья здесь живут. Посмотрели, привезли, по поручению главы правительства подготовило, привезли вещи, обмундирование. Первый заместитель руководителя администрации главы Карачаево-Черкесии Ахмат Семенов сопровождал мобилизованных от нашей республики военных в Северную Осетию, где они сейчас проходят дополнительную подготовку. Чуть позже для них был сформирован груз, который уже доставлен по назначению. Здесь есть все, что может пригодиться тем, кто чуть позже примет участие в специальной операции. Привезли гуманитарную помощь, самые необходимые предметы для вашего удобства, спальные мешки, тактические рюкзаки, обувь теплую, белье нательное, много-много-много всего необходимого. Сегодня пришла амуниция, обмундирование мобилизованным с Карачаева-Черкесии от главы республики. Начиная от шапок, термобелье, футболки разные, наколенники, перчатки, даже дождевики есть, сапоги резиновые, берцы хорошие, зимние, армата, спальный мешок, коврик. Дорогие родители, матеря, отцы, жены, братья, сестры, дети, не переживайте с вами, с вашими родными, близкими, все будет хорошо. Вы воспитали настоящих мужчин. Многое из того, что доставлено военным, было произведено в нашей республике. Предприятия оперативно переформатировали производство и теперь вносят посильный вклад в общее дело. Спальные мешки, в которых должно быть комфортно даже при температуре до минус 30 градусов. Карематы, балаклавы, нижнее и термобелье, а также дождевики, теплая обувь из натуральной кожи, лекарства и предметы личной гигиены. Это очередная централизованная помощь, оказанная нашим военным по поручению главы республики Рашида Тимрезова. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия.